Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Аксели Вальдемар Галин Калелла. 1897 год, холст темпера, 85 на 108. Работа называется «Мать Леменикянина». Это иллюстрация к эпосу Калевала. После 1894 года мастер познакомился с символизмом, который оказал на него колоссальное влияние. Если триптих Айна – живописная иллюстрация к тексту, то данная работа – не комментарий к Калевале, а ее зримый образ. Все, и стать фигур, и типажи, и детали говорят о том, что изображены эпохальные события седой древности. Они не просто были когда-то давно, но и имели влияние на следующее поколение и до сих пор не утратили значения для финнов. Именно символизм позволил художнику добиться монументального звучания эпоса. Иконографическая сцена, безусловно, наследует сюжеты о Христе и Богоматери. Фигура леменикянина напоминает ренессансное изображение усопшего Иисуса, где он часто представлялся с остро характерными вытянутыми пропорциями тела и натуралистически мертвенной белизной кожи. Камни образуют почти что узор. Их «искусственность» в кавычках лишь подчеркивает легендарный характер происходящего. Сюжет таков. Мать леменикянина находит и оживляет своего сына, одного из трех главных героев Калевалы. Смелый рыбак, удалой охотник, веселый парень. Сватался к дочери, властительнице сумрачной Пахеолы, старухи Лоухи. Именно эта колдунья, Лоухи, входит в число главных противниц трех отважных богатырей. Он совершил несколько подвигов, но погиб в темных водах Маналы. Данная работа из ряда популярнейших в творчестве финского мастера. Ну вот такое описание к работе Аксели Вальдемар Галин Калеллы «Мать Леменикянина». Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.